Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Honda CR-V. Ремонт заднего крыла. При ремонте буду использовать споттер. Разбираю. Итак, все необходимое снял для ремонта и теперь зачищаю поврежденное место от краски. Первым делом буду вытягивать ребро жесткости. Немного выдавливаю изнутри домкратом. При помощи споттера выравниваю плоскости. Ну вот и все. Работа с металлом закончена, и моя работа тоже. Устанавливаю фонарь, лючок и отдаю машину хозяину. Ну а у меня на сегодня все. На всю работу ушло 7 часов. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!